Привет, я Саша. Вы смотрите дневник минималистки. Надеюсь, я не напугала вас первыми кадрами моей кухни. Такой она была около 5 минут назад. Сегодня я хочу вам рассказать о секретах и правилах быстрой уборки на кухне. Тот случай, когда гости на пороге, а у вас бардак, и вы к этому совершенно не готовы. Поделюсь с вами несколькими своими секретами, как быстро навести порядок в любой, даже самой запущенной кухне. И, кстати, сегодня вы узнаете не только, как быстро навести порядок на кухне, но и как убраться в гостиной также быстро. И поделится своими секретами об этом Милана. Она тоже блогер и ведет свой очень-очень интересный YouTube-канал, мотивирующий на ведение домашнего хозяйства с удовольствием. Смотрится ее видео очень легко, поэтому я вам очень рекомендую заглянуть к ней на канал, там очень уютно. Ссылка будет в описании к этому видео. Итак, поехали! Первым делом я расчищаю горизонтальные поверхности. Продукты в холодильник. Лишние магниты на холодильнике я убираю, чтобы они не цепляли глаз. Если есть какие-то красивые яркие фрукты, я предлагаю высыпать их на тарелку. Чистые горизонтальные поверхности – это уже 80% порядка. Если времени у вас больше, чем 5 минут на уборку, то можете вещи сразу расставлять на места. Если же времени мало, то приготовьте специальную тару, чтобы все скопом свалить в нее. Спрятать в надежное место эту тару и потом, когда гости уйдут, разобрать и разложить все вещи по местам. Собственно, это я сейчас и делаю. Вот в такой мешок я определяю все, что на кухне быть не должно. В одном из видео я рассказывала о боксах, таких модулях для хранения, в которые вы распределяете все свои товары для творчества, хобби или еще каких-то вещей, деленных по группам. Такой модуль у меня есть для детских принадлежностей, для рисования. В коробочку я складываю альбом, кисточки и краски. Если у вас маленькая кухня и вы не знаете, куда спрятать лишние вещи, предлагаю все положить в коробку или корзинку и спрятать на кухонный шкафчик. Обычное пространство над шкафчиком всегда пустует. Посуду я загружаю в посудомойку. Конечно, если у вас ее нет, то придется перемыть, либо спрятать куда-нибудь в шкаф. Других вариантов я не вижу, если вы ограничены во времени. Чтобы раковина выглядела более опрятной, я рекомендую в конце протереть ее полотенцем насухо. Если останется время, то моем полы. Если есть свободная минутка и вы увидели какие-то пятна на вертикальных поверхностях, можете протереть фасад. И вот такая красота у нас получается всего лишь за несколько минут. Друзья, возьмите на заметку, поставьте себе таймер и проверьте, удастся ли вам навести чистоту за это время. Мне кажется, если вы себе ставите четкие рамки по времени, то уборка упрощается и делается гораздо быстрее. Что ж, друзья, надеюсь, это видео было вам интересно и полезно, и, возможно, вы даже уже убираетесь у себя на кухне. И я желаю вам всегда быть в отличном настроении. Я хочу, чтобы вы эти видео поделились с друзьями в социальных сетях, так как воскресенье, и многим из нас нужна такая вот мотивация, чтобы как-то раскачаться, что-то начать делать по дому, поэтому смело жмите на клавишу «Поделиться» и отправлять это видео друзьям. Ну, мы, по крайней мере, с подругами часто в WhatsApp делимся и понравившимися роликами. Мне кажется, это интересно. Не забудьте посмотреть, как быстро убраться в гостиной. И вот здесь еще будет парочка моих роликов на схожую тему. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за просмотр. Всех целую. Ваша Саша.